пивоварен, я стал быстро метру назад. Это моя 15-я профессия. Я человек творческий. Всегда, когда я занимался новым каким-то достижением, я всегда проникал, прочувствовал. У меня очень профессионально. И строительные, и проходные, и... Я только космос не это, и пожарить ко мне его. Мореплаватель или курт? Не, по мореплавателям я ходил. Я ходил в 1991 году. Я работал массажистом, и... Я к чему говорю, что у каждого человека потенциал. То есть нужно развиваться, самоутверждаться, не бояться ничего. После пивоварения, когда я познал пивоварение, да, эта наука очень древняя, я понял, что в космос я полечу, это то есть только вопрос времени. Ну, 8 лет тому назад я работал в компании, в ресторане «7 пятниц», администратор, так как я проработал в ресторанном бизнесе 18 лет, прошел от охранника до управляющего. И менял, конечно, профессию в стадии, потому что где-то что мне нравилось, где-то что не приносило мне материально какой-то. И мне предложили стать пивоваром. Когда я приехал на Поздняки, как раз создавался концерт «Пивная дума», мне показали этот завод, эти краны, это, ну, для меня был шок, конечно, была паника, потому что ответственность, 1,5 миллиона евро, тебя вручили, сказали, ты будешь старший. Тут щелочь, тут химия, это пиво бродит, это цапает, я ничего не знал. Сейчас, в данный момент, через 8 лет, я не стал не только пивоваром, технологом, но я стал еще и механиком, электрочником, холодильщиком, то есть я полностью обеспечиваю этот завод технически и механически. Пивоварение, знаете, очень наука творческая, и то, что у меня внутри, я начал передавать не только песнями и танцами, да, которые я занимался раньше, а через пиво. За 8 лет, ну, есть такое слово, да, пивовар хорош не только количеством, но и качеством пива. Для меня приоритет – это качество. В данный момент сейчас мы представляем 300 пива, так как объемы растут, и мы варим круглосуточно, то на данный момент представляем три направления. Это лагерь, мы его с собой не взяли, так как мы не участвуем, практически это первый раз, может быть, на фестивале не участвуем. Мне после посещения Львова мне очень понравилось, и я решил последние силы, которые у нас есть, бросить сюда, на этот фестиваль, еще раз как бы подтвердить самоутверждение или предоставить нашим украинским потребителям, да, которые сейчас начинают развивать, узнавать тракторию, вкусовые палитры, крафтовое пивоварение. Почему крафт? Потому что через крафт мини-пивар мы можем передавать новые вкусы, новые запахи, новые... То есть не предаваться каноническому. Честно говоря, это как-то меня чуть раздражает. И я изначально, когда я формировал вкус нашего пива, пивной думы, я изначально брил канонические направления. Тоже лагерь, тоже пшеничное пиво, тоже какие-то сезоны. Да, мы 3-4 пива начали называть сезонные, сессии. Почему? Потому что в течение года у нас есть праздники. Патрик Дейс, Октоберфест, Рождество, да, и надо было под этот праздник всегда дарить какой-то стиль пива. Но мне показалось, что я должен отходить от канонических направлений. Почему? Потому что, допустим, вы приехали в Киев на пивной тур, да, вы посещаете мини-пивоварни. И эти пивоварни как бы в одном стиле, какой-то лагерь, пшеничный бок, или они варят в одной палитре, в одном гамме, то есть как-то все одинаково. И хотелось мне как-то поменять траекторию, направление и отделяться, создать свой формат. По жизни я сладкоежка, я очень люблю сладко. Я работал Дедушкой Морозом, вот, в фирме «Светлана» была такая компания в Советском Союзе, я работал массажистом. И работал на хлопкомбинате, кушал мороженое очень много, да. Испекал торты, и я думал, что это вот характер моего пива, который я сейчас... Все говорят, что Сережа любит сладкое. Я тоже люблю сладкое. Я скажу, что все мы люди разные, разные одеваемся, у нас разные мысли, да. Для меня, как пивотехнолога, есть там пиво вкусное и невкусное. Да, мы приходим, у меня есть обратная связь, я когда варю пиво, пивной дом, на первом этаже, люди приходят, берут с собой пиво, и у меня есть обратная связь. Я разговариваю, общаюсь, мне интересно. Два года назад, даже 3 года назад, я сварил IPA, я за горечью 55 IBU, да, Indian Pale. И в те рестораны мы отгружаем в кеге для разлива, то есть как мы отгрузили, и это все вернули пиво, то есть оно возвратилось. Мне, конечно, было чуть-чуть, знаете, я старался как лучше, потому что все прошло, стадию, вот, но прошло время, и эта горечь ушла, и осталась мощная ароматика. И люди начали приезжать с наших ресторанов, с Дмитриевской, Спасской, с
строительные, когда еще была работа, все начали приезжать на поздняки и пробовать тупе, потому что аромат остался, усилился, буря шла, понимаете, да, хмель является природным консервантом, то есть мы задаем, как правило, горький сорта и ароматический. С горечью работала изначально, потому что пиво было молодое, и вкус украинцев, он, конечно, он, мы, республика, там страна очень молодая, пивоварение, да, мы всегда смотрели на пивоваров из Чехии, из Бельгии, из Америки, то есть бир проходит постоянно в течение какого-то времени, то есть это столетие сформировался, да, вкус, ассортимент, но я скажу, что по ходу работы мне приходится посещать те страны, да, мне интересно. И скажу, что сейчас Украина очень на высокой стадии, то есть формирование вот этого мини-пивовара, кажется, пивоварения. И я думаю, что уже пора им к нам ездить и у нас учиться. Это 100%. Почему? Потому что мы не ограничиваем. Да. Люди гордятся, что в течение 300 лет они доводят нам то пиво, которое варили прадедушки, прабабушки там, и гордятся этим. Но что у нас дает возможность, мы, украинское пивоварение, мы пивовары украинские, мы постоянно креатив. В творческом поезде. Да, в творческом поезде, креатив. Мы не спим, мы там начинаем формировать. То есть какие-то. Почему мы не можем создать тот стиль пива, да? Мы смотрим на Великобританию, потому что у нас новый стиль пива не ЕПА, да? Почему мы не можем создать, прошла такая мысль, взять солод, бисквит, задать туда лактозу и сделать новый стиль ИПА, бисквит ИПА. Вот такого стиля нет. На базе пивного дома, потом почему мы должны, то есть почему, пусть они воспринимают. И взял солод, бисквит, бельгийский, задал лактозу, назвал его бисквит ИПА. То есть крем. Спрашивал шампанскими дрожжами, я помню, назвал Марк. Да. То есть то, что неординарно, это дает возможности проявить себя и создавать такие напитки, которые, может быть, мы ограничены в регионах, да, если была возможность посещать какие-то выставки, дегустации, мы показали бы всему миру, где раки зимуют, поверьте. Нас знают только по Кличко и Шевченко, но по Кличко уже, видимо, вот, уже время проходит. То наше время настает, уже крафтовый пивовар, да, уже диктовать моду и показывать, что мы тоже люди очень творческие, а украинский народ очень творческий народ. А я сажу по себе, потому что я украинец, вот, и думаю, что уже для формирования вкуса нашего украинского потребителя, так как я уже человек в возрасте, вот, Советский Союз формировался на сладких сортах вина, шампанских, да, и когда приходят вот, у меня на пивоварне очень много есть, ну, то есть экскурсии. И со всего мира люди приезжают, да, и я создаю линейку, очень горькие, менее горькие, очень сладкие, менее сладкие, и уже, конечно, туристы из Соединенных Штатов Америки, они больше употребляют, для них как бы респект, больше с горечью, да. Но для меня в жизни, как для пивовара, должен был баланс. Везде должен был баланс, везде. И ту гармонию, которую я чувствую, я передаю в Киев.